Всем привет, с вами я, Матвей, вы на канале Вкусно, да? Сегодня мы играем, да, в Губка Боба соседа, вот он ходит там наверху. Это тоже какой-то сосед, это уже не красный Спанч Боб, как в прошлой серии. Я уже тогда говорил, то, что типа все, я закончил по Спанч Бобу, скоро там буду всяких клоунов, пеннивайзов, может быть, играть. Да, это так, но еще вот одна игра осталась, и даже не одна, там еще Сквидвард есть. Поэтому мы будем это все проходить. Блин, у него смех тоже отвратный очень. Это уродец. Ну ладно. Надо что-то с ним делать. А ключ, по-моему, наверху будет. А, нет, вон он. А, это кажется. Это нету. А, или там что-то было, да. Да блин! Нет. Ладно, с ним надо что-то делать. Я его быстренько обойду. Блин. Музыка тут какая-то такая тоже. Страшающая. Нет, все-таки мне показалось, что тут был ключ. Ничего тут нету. Вот мне тогда интересно, где он. Ага, там где-то. Это очень сложно. Ах ты ж! И чё? И где? Я не вижу его. Вот он наверх прибежал. Вот он. А, у меня через пол пропалил. Это самая сложная игра. Да уж. Вот это поворот. Такого я не ожидал. Да уж. А что потом будет? Трудно представить, что потом будет. И дом его, как бы можно сказать, легко проходить. Да. А вот, вот проникнуть. Блин, я даже не понимаю, в какой стороне ключ. Прям на нем стоит. Ай, ты ж, блин, он внизу. Я был прав, он внизу. У него же еще комнатки, получается, есть, раз он внизу. Ключ-то. То есть. Вы хотите сказать? Да вы издеваетесь. Да ладно. Все будет не шоколадно. Да, все-таки там, где Спанч Боб сейчас пошел, там он и ключ. Сейчас он поднимется снова? Да, он поднялся. Поднялся. Не знаю, он может увидеть меня сквозь потолок. Блин, как тут неудобно управлять. Да! Все-таки, ребята, это так. Да, я... Это опять серия багов? Нет. Как-то она медленно поворачивается. Просто медленно. А вот он сейчас спускается.
Вот прям подходящий момент. Да? В обратном смысле. Ладно, это один уровень. Я снимаю 5 минут. Что за 10 минут только 2 уровня? А за 15 3? Ладно, сейчас гидрант надо открутить. Вот еще бы показывали стрелочкой, где он там предмет. Это внизу, вверху. Значит, смотрите, он сейчас должен спуститься. Я пойду наверх, сразу наверх. И пойду, причем с немедленной скоростью. Да блин! Он меня может так видеть! Даже боюсь смотреть на эту розу. Это будет очень сложно, так что я не буду только по нему снимать. Я буду, конечно же, по другим играм снимать. Также я видел в Play Market игрушку, которая называется Neighbor Escape. Я ее тоже поищу. Ну, хочу попробовать. Ладно, дождемся, пока он там пройдет. Атака, надеюсь, не увидит меня. Ну, что-то пошел. Удачи. Пошел куда-то туда. Экран, значит. Вот я, значит, прям на нем стою, да? То есть он внизу. Вы опять хотите вниз? Да, лодки. Тут можно? Нет. Это плохо, то, что нет. Ладно. Самое интересное то, что во все игры, которые я там играл, и чтобы попасть в гараж, нужно из дома выходить, а у него вот тут. Я думаю, что если дом одинаковый, это как кто бы там ни был, Сквидвард, Губка Боб, то у них все, ну они просто различия у них другое, там внешность, вот это все. Он меня в попку загнал небольшую. Не пропалит меня? Тихо, сидим. Он стоит. Все, отошел. Он наверх слинял. Вот уже видос 7 минут идет. Валим. Все, вроде бы мы свалили, и никто нас и не тронет. Только вот если он на улицу уходит самостоятельно гулять так просто, то жестко. Мне больше, конечно, понравилась игрушка с не с Патриком, вот этим соседом, а с этим, с красным Спанч Бобом. Хоть там все и так же, как в Патрике, на месте. Вовремя мы отошли, конечно. Но там будет как-то интереснее было играть все равно. И, кстати... Ой, я не могу пройти. Да, я не могу пройти. А вот если я отхочу... Если я отхочу... То я не смогу пройти. Вот по камере. Это не лабрыжит тут. Я еще и тут попробую выбраться за карту. О, сейчас могу перескакивать хотя бы. Вот, значит. Ой, вот так и ненавижу. Когда два предмета сразу придется искать. Ну, как два. Компьютер где-то в его доме надо найти. Там еще и мелкий блокнот. Ну, тут, надеюсь... А, я понял, блокнот... Вот эти мелкие вещички. То есть, наверняка у него компьютер будет наверху. Или наоборот. Не знаю. Вон, сейчас он опять пойдет в гараж. Мы там разберемся. Сегодня, наверное, уровня 2-3. Нет, не 2-3 или 4. Вот, что-то так. Все зависит от того, от их сложности, короче. Иди там. Что-то одно из этих вот однозначно находится на втором этаже. А вот что именно, мне придется разузнать. Что не слабо. Все, поздравляю. Мы на... А, я же говорил.
Все, теперь не надо на одном уровне со Спанч Бобом оставаться. Теперь проблемно найти компьютер. Ведь одно неверное движение, и мы окажемся в попке. То есть мы не сможем сбежать. Да, вот я не знаю, сейчас где компьютер, серьезно. Вот он отсюда вышел. Окна! Окон больше нет. Все, они есть еще. А компьютер на каком месте находится? Тоже, что ли, наверху? Походу... Да, наверху, вон там он. Или подождите. Сейчас. Да, вон он стоит. Опять наверх идти надо. Даже не знаю, сколько мало уровней прошел сегодня. Это все потому, что игра сложная. Ну ладно, следующее видео будет точно по Angry Neighbor. Сегодня по идее вышло. Сегодня, может быть, даже 4 видоса будет, хотя... Сомневаюсь, что... Так, сейчас он пойдет. И мы будем на второй бежать этаж. Сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ломаем. Все, и валим от греха. О, он на улицу вышел. Нормально. На втором этаже будет назначен. Куда бы заныкать? Вот сейчас к нему не стоит подниматься. Хотя давайте... Нет, не будем рисковать, потому что он уже спускается. Даже? Нет. Угу. Сейчас будем смотреть все балконы. Он уже, наверное, внизу. Почему я такой смелый, не знаю. Беляюсь. Мы тоже на деньгах. И что? А, вот деньги, я заметил уже. И все, покидаем дом. За карту, смотрю, тут никак не выберешься, потому что в Патрике и в Спанч Бобе там можно было на кое-что залезть. Но там на забор вот этот. Ладно, думаю, еще одну миссию выполнить. Да, думаю, хватит. Мы и так сегодня достаточно миссий выполнили. Уже больше 3, кстати, наверное. Я просто не считал. Кстати, опять тут дверь запирают от нас. Теперь открыта только тут дверь. Золото, да. А что? А, золото тоже там, да? Вот поэтому он надо мной. Балкон, странно, почему-то считается как-то не домом. Давай иди туда хотя бы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как плохо. Вот опять золото, и мы... А, все-таки тут, наверное, можно как-то отсюда спрыгнуть туда, за забор. Ну все, думаю, это будет последняя миссия с кусачками. Щиток бы еще потом найти. А, щиток у нас в гараже, я помню. Посмотрел, да. Щиток действительно в гараже. Наверное, но это не точно. А это нормально то, что как бы все двери... через гараж. А, они нам ситуацию усложнили. Как мы теперь будем проходить? Они нас вынуждают просто лезть к нему на второй. Тут больше ничего, поверьте, нельзя сделать. Там пройдешь, он спалит. Или подождите. А, нет, так не получится. Так он все равно рано или поздно подойдет. Понятно. Ну что, попремся с тобой, чувачила. Пассатиш самих я не вижу что-то. Я вот уже вижу, куда он идет.
понимаю, как бы. Вот, я иду по назначению, вот, пассатижа. И все. Сейчас мы отключим щиток, и все, думаю. Это я уже не знаю. Ну, конечно, не все, потом не сразу будем прощаться, а только посмотрим еще там, ну, сколько уровней мы прошли. Может быть, это уже почти финалочка. Может, мы, наверное, уже прошли, чем больше, чем осталось. Да. Все, прошли мы. Да, меню. Старт гайм. Мы все прошли. Стоп, смотрите, я нажму на 7-й уровень. А, да. Нужно сжечь. Ну, я думаю, в одной серии не будет смысла проходить. Так что я просто напишу прохождение игры. Вот как она еще называется. Спанч Боб однозначно. И все. Ну, блин. Это жестко. Там всего-то 7 уровней. А я это за одну серию прохожу. Прикольно. У меня уже нога вся, как сказать-то, затекла. Пройдет, и мы наверх, наверное, слиняем. Я вот хочу постоянно эти балконы проверять, потому что они, наверное, туда будут все ныкать. Золото сныкали, деньги сныкали, чемодан с деньгами. Тут я, наверное, ошибся. Тут я, наверное, ошибся. Ну что, тут можно? Назад. Это смерть. Идем к финалочку, ну, к финалочке. Вот еще одну трудность нам поставили. Трудность. Ну ладно, сейчас он пройдет и все. И спокойно. Потому что нет смысла. Тачка она долго годит. Вот к тому же он уже пошел. Он там еще круги вокруг нее нарезает, этой тачки. Так что мы лучше подождем. Спасибо. Не будем умирать. Также у меня будут еще там, я видел клоун какой-то. Там еще монахини. Ну, монахини я не буду играть. Не очень-то и хочется. Мне не очень так и нравятся эти монахини. Конечно, я видел игру Evil Nun или Nun. Nun, наверное. Нет, все-таки Nun. Nun, наверное. Надо будет в переводе посмотреть, как это читается. Ну, мы идем поджигать. Да, прошли. Ура. Это все, мы прошли игру за одну серию. Ну, Angry Neighbor-то, конечно, легко там пройти. Там никак влияются все такты всякие. Вот, континуум, да, все, мы прошли. Вот, смотрите, тут еще вот такой вот Спанч Боб есть. Вот третий вот от начала. Раз, два, три. Вот третий по счету. Это тоже как Патрик, как красный привет, привет, Губка Боб. Только он желтый. Я, конечно же, если найду, тоже поиграю в него, возможно. А возможно и нет. Патрик и вот такой вот Сквидвард. Стараюсь во все эти игры поиграть. Только вот эти вот первые две мне как-то не очень нравятся. Хотя вот первый какой-то госпиталь, что ли там. Еще грани госпиталь есть игра, тоже, возможно, поиграю. Хотя, может и нет. Хотя, про что еще снимать-то, кроме как игры? Что ж только про одну еду и все.
Егора просто нету. Нет идей больше никаких, что приготовить. Что я там, клопки готовил. Ну ладно, вот такая вот была серия. С вами был я, Матвей. Вы были на канале «Вкусная еда». Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал обязательно, потому что у меня мало подписчиков. Нажимайте на колокольчик и пока-пока.